Здравствуйте, сегодня мы поехали в Калею, в это, госпитал на ЭКО. Да я потом все равно бы выключила музыку. Просто показываю, это Пинеду де Мар. Вот, солнышко, знаете, солнышко как вышло, так и все сразу тепло стало. Ну, правда, 8 градусов. Кстати, я сегодня утром вышла на террасу. Было 1 градус всего на террасе. Проверила цветы. Не знаю. Ночью опять затаскивать, что ли, опять цветы. Да нет. Не будет больше понижения? Нет. В общем, катастрофа, это она только в центральной Испании. И, кстати, в Мадриде бывают минусовые, да, ведь температуры раньше были? Потому что они высоко. Они, да. Это Каталонии, это не касается. Мы, видимо, в субтропиках. Мы в субтропиках, да, это находимся? Нет, Каталония это касается только горных районов. Ну, горы это совсем другое. Они же там всегда в снег и всегда там минус. Да нет, вот если уехать... Я именно про Каталонию говорю, почему тут горы? Нет, как бы. Каталонию внизу Каталонии, там, где зона Делебро, ближе к Тарагоне, там была катастрофа. Леша поехал на стоянку. Вот это такой госпиталь Комаркал Сан-Джауме де Калея. В общем, здесь мне делали операцию по удалению груди. Там... По восстановлению потом тоже тут делали, вообще 3 раза. И сейчас я здесь буду проходить ЭКО. Значит, в самой поликлинике, в самом госпитале внутри написано, что съемка без лицензии запрещена. Я не буду ничего нарушать. Да что там? Это... Как в Бланесе, точно так же. Особо что там снимать. Вон там я. Видите, видно, не видно. Вот это Калея. Там совершенно техника. Там, знаете, даже вот эта вот медтехника, она, хотя это как социальный госпиталь считается, социальной страховкой, но там оборудование гораздо круче, чем в платных клиниках. Здесь как бы... Ну, у нас принято, что в платных клиниках лучше. Нет, здесь в таких социальных клиниках и врачи лучше, и, не знаю, все лучше. Все по первому разряду. И все это бесплатно. И ЭКО сейчас вообще все бесплатно. У меня даже лекарства, это вот трексамизин, что ли, как так называется, тоже бесплатно. Все бесплатно. Испанцы с восторгом рассматривали самодельные лопаты россиян. Дело в том, что лопаты пришлось мастерить самим, предметы для расчистки территории от снега попросту отсутствовали в местных магазинах. Ну откуда у них такие лопаты снег убирать? В общем, пока у меня загружался компьютер, я пропустила. В общем, сказали, эти работники посольства вышли на улицу, не дожидаясь этих машин, которые уборочные. И сами смастерили лопаты, потому что, ну, откуда в Испании лопаты снег убирать? Хотелось бы посмотреть на эти лопаты. Так, в общем, все, я прошла. На экография, гинекология, в общем, абсолютно я здоровая. В общем, я вам скажу всем злыдням, которые что там... Все у меня в порядке. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути». И мне 54 года, и у меня до сих пор есть регла. Не скажу по-русски, что это такое. То есть я до сих пор могу даже ребенка родить. Ну, так. Но мне, конечно, нельзя. Таня, убери, пока мне неудобно. Солнышко лесное, и в каких краях встретились со мною, милая моя. Солнышко лесное, где в каких краях
встретишься со мною. Крылья сложили палатки, кончил полет. Ну что значит коронавирус? Паркинг только для автобуса. Ой, блин, ну кто же это? Bien, una cosa, ya hablaremos. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретимся со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Это мы в Калее находимся. Это полиция едет. А нет, скорая помощь. Вот видите, надо пропускать обязательно. Обожаю Наталью Ветлицкую. Это Санта Сусанна. Вон там впереди полиция проверяет. Планы. А вон дети ходят в школу. Школу-то не закрыли. А я думала, школу закрыли. Нет. А смотрите там. В Мадриде только из-за снега. Смотрите, там пальмы как от холода закрыли. Это ведь пальмы или что? Нет, такое? Это газовые. А, блин, я думала, пальмы закрыли от голода. Нет. Это газовые. На улице же нельзя ночью работать баром. Они только днем открыли. А кстати, мы там проезжали. В общем, там были, там кусты были закручены белой такой материей. Ну, тоже боятся, видимо, что заморозки придут сюда. Но нет, тепло, вон 11 градусов уже. Судя, всего прошел час, ну как я была в больнице, уже на 3 градуса поднялось. Ну вот это как раз на работу меня Алёша привез. Все, сейчас 3 часа отработаю и все. Лучше сделай потише. Моя любимая песня, как всегда. Ну, в общем, мне надо видео закончить. Все, я отработалась. Уже 15:34, уже плюс 12 градусов. Жарко. Мне так жарко, я вообще все в мыле.
Скажу, что на улице теплее, чем дома. Да, дома холодно, на улице тепло. Но слава богу, все у нас, слава богу, никаких ужасов нет. До свидания. На этом закончу видео. Пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста. А то так у меня канал нет. Так, а то у меня так каналы и забьют. Хейтеры. Ладно, до свидания.